по счету, в принципе, все видели. Поначалу неважно начали. Не знаю, с чем связано. Ну, вышли вообще не готовы почти. Соперник воспользовался вот там ошибками, которые мы допустили. В целом, в третьем собрались, когда уже было поздно. А так достали в конце силы и доказали, что можем играть даже при таком счете. Но чуть не хватило, будем работать. Завтра уже игра новая, поэтому готовимся к ней. Вы сказали, вышли немножко не готовыми. Можно ли все-таки как-то чуть-чуть списать на календарь, потому что игры через день и эмоции не всегда, наверное, хватает? Ну, в принципе, все в равных условиях, поэтому может и можно, может и нет, не знаю. Мы, в принципе, уже готовимся к следующей игре и сделали выводы. Сегодня вы весьма здорово смотрелись, были одним из лидеров на льду. Насколько для вас сегодня было комфортно против такого соперника? Да, в принципе, все соперники одинаковые. Там нет проходных. Я вроде почувствовал уверенность и сейчас вот помогаю команде. Будем стараться выигрывать, поэтому буду еще добавлять, не буду останавливаться. Вы как раз об уверенности. Казалось, в прошлых матчах где-то не хватало. Что изменилось? Откуда она взялась, дополнительная уверенность? Просто стал больше бросать. Тренера говорят, что по периметру много играем, возим, а бросков мало. Сегодня просто решил бросать из-за всех позиций. Вот и зашла, в принципе. Да, жаркая концовка, как вы сказали. Все-таки что-то, может быть, в перерыве втором обсуждали. Почему так сильно команда прибавила именно в третьем периоде? В целом уже нечего было обсуждать. Все понимали, что мы играем дома при наших болельщиках. Даже при такой игре спасибо им большое, что они так поддерживали нас. И мы уже просто понимали, что нужно вытаскивать матчи. И играли в полную, и все.